Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня будет очень-очень крутое видео. Поэтому прямо с начала данного видеоролика обязательно поддержите меня вашим лайком. Ну что же, ребятки, сегодня за каждую смерть я буду покупать аркану. И я буду покупать, начинать с дешевой арканы, закончу с самой дорогой, вплоть до ножа. Поэтому, ребятки, пожалуйста, поддержите меня. Надеюсь, я сегодня буду играть хорошо. Играем Б, Тёмка и Мид. Ну, короче, будет весело. Ух ты, блин, ох ты, блин, ох ты. Так, нормально, нормально, минус один. Ох, мы красавчики. Играем 2 на 2. Так, и я только что там увидел террориста. Надеюсь, мы победим. А ну-ка. Так, сейчас, скорее всего, будет сверху. Или тут. Так, ну он тут, однозначно, он где-то тут, ребятки. Все, изи вин. Да вы что? Блин, вот это ништяк. По мне даже ни разу не попали. Правда, я ни разу по никому не попал, но это не суть. Так, ну что же, начало очень хорошее, 1-0, мы побеждаем, это, ребятки, ништячок. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD-дроп, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CD-дроп – это мой выбор, заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Так, ну чё, в этом раунде мне обязательно надо кого-то убить. А то будете опять писать в комментариях, Кен, ты нуб и так далее. Поэтому, ребятки, буду убивать в этом раунде, 100%. Так. Да, кстати, если вы заметили, раньше играл только Б и Тёмка, сейчас играю с Мидом, дабы вам было интереснее смотреть. Твою налево, промахнулся. Ёлки-палки! Нормально, минус один, ништяк. Хоть кого-то я уже убил. Это, ребята, очень даже хорошо. И сейчас будет минус 2. Да. 2-0. Да ну. 0 смертей. Это ништяк. Походу, нас ни разу не убьют. Если мы, ребятки, выиграем в сухую, это будет просто изи вин. 2-0 мы побеждаем. Это очень даже хорошо. Так, вижу. Убил. Ой, как красиво так было. Ой, да, ну, 3-0. Вот это мы красавчики. Я, ребята, просто в шоке. Кстати, играем против какого-то клана. Я, типа, захожу в Дискорд, говорю, ребятки, кто хочет дуэль против меня? И тут там как раз были парни с одного клана. Я не знаю, что это за клан. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии. Но, в общем, играем против этого клана. Так, ну что, 3-0. Нифига себе, мы нагибаторы. Блин, ребятки, вот как вы думаете, надо ли мне купить на АКР Treasure Hunter статрек или нет? Ну, надо покупать за сколько нам стоит? 6к голды, если не ошибаюсь. Надо покупать статрек или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Ядреть, колотить, чуть не сдох. Плюс аркана! Плюс аркана! Плюс аркана! Блин, все. Одну аркану я покупаю 100%. Блин, ребятки, это плохо. Так, да, ну, почти убил, блин, братанчик, почти. Так, ну что же, я уже должен купить одну аркану, и это будет именно G22 Nest, потому что мы начинаем с самой дешевой арканы и идем до более дорогой, вплоть до ножа. Ух, так, блин, ну я, честно говоря, думал, мы выиграем в сухую. Уже, ребятки, уже небольшая проблемка. Или большая. Ну, короче, проблемка. Так, больше в Тёмку я идти не буду. Давайте лучше пойдем через мид вместе с моим тиммейтом. Я его как раз подстрахую, мало ли что. Так. Твою налево. Так. Блин, ну если бы я на секунду раньше пошел бы, убил бы в спину. А ну-ка. По минимапе вижу где-то тут противник. По минимапе где-то тут. Да, убил. Ха-ха-ха. Ништяк. Ништяк. Главное, ребятки, не умереть. Это самое главное. Твою налево. О, ништяк. Вот эта пуля. Опа-па. Опа-на. 4-1. Кто красавчик? Да. Всего лишь пока что одна аркана. Фух. Но я, честно говоря, рассчитывал, что смертей будет гораздо больше. Но это даже очень-таки хорошо. Офигеть, посмотрите на их стату. У них по одному убийству, блин. 4-1, как обычно, команда нагибаторов всей Руси и всего Ютуба побеждает. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Минус Максимка. Давай, покасики. Он, наверное, сам офигел, как и я. А, все, изи вин, 5-1. Да ну. Пока что всего лишь одна аркана. Но, ребятки, самое главное не расслабляться, потому что еще все может быть впереди. Вы понимаете, да? Все может быть впереди.
Фух. Кстати, знаете что? Я думаю так. Если вы, ребятки, наберете много лайков и запустите хэштег «го еще» или «го продолжение», что такое, то я сниму еще одно такое видео, только за каждую смерть я буду продавать по одной аркане за 0.03. Как вам такая идея? Я думаю, очень-таки прикольно. Опа, кто-то тут есть. Чувствую. Не, никого. Значит, через мид обходят. Через мид 100%. А ну-ка. Не, и тут никого нету. Блин, куда они пропали? Так. Так. Убили моего тиммейта. Один на один мы остались. Ох ты, блин. Братик, а где тебя убили? Ядрить, колотить! Ну тут изи. Ну, изи каточка, 6. Давай, братик, ну мы просто красавчики, ребятки. Вот Максим Плей просто красавчик, играет хорошо. Ну и я, в принципе, играю неплохо, вроде бы как. А то вы постоянно пишете, что я нубик и так далее. А вот нифига подобного, ребятки. Кента ПК, если захочет, может всех нагнуть. Ох ты, блин, ну как? Вторая аркана, минус вторая аркана, минус вторая аркана, блин. Да ядрить, колотить. Ай, обидно-то как. Так, ну что же, но все равно, ребятки, мы побеждаем, счет 7-1, я, честно говоря, в шоке, я думал, что мы, может быть, даже проиграем, я буду вообще банкротом, но пока что всего лишь 2 арканы, поэтому я очень даже рад. Ну что же, сейчас мы делаем последние киллы и, в принципе, изи вин, давай, погнали, братик, желаю нам удачи, давайте, ребятки, на префайре я тут, может, кого-то попаду. Не, там никого нету. Кстати, они ни разу нас не обошли через мид, хотя я раз в 5 говорил, что играем с мидом. Очень странные они. Я слышу шаги. Слышу шаги. Они где-то тут. Да, минус один. Ляпоте. Еще будет второй. Да. Фух, я не умер. Братик, иди ты первый, тебя не жалко. И все, красавчики, мы победили. 8-1. Да. И я, ребята, должен купить всего лишь 2 арканы, потому что у меня всего лишь 2 смерти. Вообще без проблем. Погнали. Прямо сейчас я, ребятки, покупаю 2 арканы. Фух. Повезло, что до ножа не дошли. Я думал, что, может быть, даже купим сегодня нож. Но ничего страшного. Купим 2 арканы. Скорее всего, это G22 Nest и Famas Fury. Если я не ошибаюсь, заходим. Заходим, ребятки, рынок. Дальше берем фильтр по арканам. И я покупаю 2 арканы в порядке возрастания. То есть, я покупаю. Начинаем с этой арканы. Опа-па, при вас покупаю, все по-честному, все без обмана. Покупаю аркану номер 1 и покупаю аркану номер 2. Вот так вот. Ребятки, если хотите продолжение данной рубрики, обязательно поставьте лайк, и я сниму новый челлендж, где за каждую смерть я буду продавать арканы по 0.03. Также, если вы наберете много лайков, много хороших комментариев и много подписчиков, то я вам, ребятки, разыграю эти 2 арканы, они мне все равно не нужны. Вот я вам разыграю Famas Fury и G22 Nest. Самое главное, поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.